Ставь лайк за 3 секунды, и тогда ты закончишь учебу на отлично! Всем здарова, дорогие подписчики! У микрофона Димка, и только мы в GTA 5, а это рубрика «Битва воришек». Кокосиандр, дорогие друзья! И мы находимся в районе Дель Пьеро, и именно здесь будем искать самые крутые тачки и пытаться их угнать за 180 секунд! Вы обязательно, ребята, ставьте лайки, вы обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка есть в описании, там я общаюсь со всеми своими подписчиками, нас уже очень много! Вот, а также, ребята, нам главное не попасться сегодня копам, потому что люди, которые видят, что мы тягаем тачки, могут вызвать, и тогда нам точно не сдобровать. Поэтому, ребята, нужно работать максимально аккуратно. А прямо сейчас мы начинаем. Ребята, сейчас очень важная информация. Я подсел на новую мобильную GTA Online RP и каждый вечер играю вместе со своими подписчиками. Ну, большинство из вас даже не знает об этой игрушке. Она абсолютно бесплатная и доступна для каждого, у кого есть Android устройство. Тут открытый мир и очень много работ, различных фракций, огромный выбор реальных дешевых машин. Игра очень часто обновляется, и поэтому развлечений в ней не реально много. А благодаря моему промокоду DIMK, который дает 120 тысяч игровой валюты и настоящий дорогущий гелик, вы с легкостью можете начать играть вместе со своими друзьями. И если вы уже готовы уступить в мою семью и поиграть вместе с нами, то для этого необходимо установить игру по ссылочке в описании, скачать лаунчер, игра автоматически установится в телефон, и вам останется ввести свой ник и выбрать четвертый сервер. Как видите, играть в GTA стало намного удобнее, и теперь вы точно знаете, чем заняться в свободное время. А чтобы не потерять его и в игре, быстро развиться на проекте, то промокод я оставлю в описании, не забудь его ввести, увидимся в игре. Итак, время я запустил, погнали, ребята, 5 минут, как я уже сказал. Более нас ничего не спасет. Ребята, вообще в комментариях напишите, сколько вам лет. Мне прям интересно узнать. Ага, вот это уже неплохо, но есть ли что-то... А, в гараже ничего нету! Обидно. Короче, ребят, да, действительно, напишите, сколько вам лет. А, мне было бы интересно узнать. Я вот, кстати, на днях день рождения свой праздновал. Я прям не верю своему возрасту, как говорится. Сколько тебе, старичок? Все, старее и старее становлюсь. Да, типа 46. Как бы да, уже многовато. Ты бы так не шутил. Ладно, я не шучу. Я не шучу, ребята. Мне поменьше в разы, во много раз. Ладно, поехали далее. Как минимум, первая тачка у меня есть. У тебя там что, как дела обстоят? А, пир тоже есть. Есть беха прикольная. Прикольная какая беха. Так, тут пусто вроде. Здесь вроде пусто. Беха, обидно. Беха, беха. Обидно, обидно, ладно. Я надеюсь, что мы, ребята, что-нибудь интересненькое прыгуем. Подожди-ка. Я его проехал изначально. А это неплохой так-то Мерседес электрокар. Что нашел? Я думал, это какой-то обычный автомобиль, а я нашел, ну, EQC, который 580-й. Именно электрокар, который, понял, да? Он нереально классный, ребята, он очень быстрый. И, в принципе, неплохо то, что мы его угнали. Так, а, ты, получается, Ягуар нашел. Офигенно, блин. Так, а тут есть что-нибудь, а ну-ка? Да, тут пусто, к сожалению. Окей, поехали тогда мы в эту часть города. Может, тут что-нибудь интересненькое у нас будет. Так, посмотрим, проверим. Вау, офигеть. Ты что там? Ты что? Да, что такое? Ничего тут нету. Тут вообще, в принципе, ничего нету. Ничего, все хорошо у меня тут. Все вроде хорошо. Ну окей. Так, ладно. Так, а ты погнал, получается, R8. Интересно. Да. Интересно. Так, давайте-ка, знаете что? Вот так вот. Пока вот это заберем. Тихо. Братан, забей, я такой угнал, у тебя шансов вообще нет. Да, братан, я сейчас такое угоню, что у тебя шансов вообще не будет. Не просто зеро, у тебя будет дырка. Так ты есть зеро. А как развернуться? Я знаю, что эта тачка была у одного из мажоров, получается, этого города. Потом он ее вроде бы как продавал, видимо, продал, и типа, мажора города? Чё? Мажора катается на приорах? Да на длинном лимузине приора, ребята. Оставим его, пожалуй, вот здесь. И поехали тогда за следующей тачкой. Но то, что это что-то с чем-то, как минимум. Окей. Ну, как минимум, во-первых, надо растаможить эту тачку, сам же понимаешь. А это дорого, братан. Это очень дорого стоит. Какую что-то растаможить? Ее склеили при тебе. Склеили, говоришь, такая это что? Ну, конечно. Вау.
Что такое там у тебя? Что такое? Ничего, все хорошо. Ланговую бэху нашел просто. Одну обычную ланговую бэху. Семерку которую. Ну или даже так, это не ланговая, а обычная, а возможно ланговая. Тут ничего не написано. Я вижу. Да, это ланговая. Тачечку. Тут написано, так. Получается, на шильдике. Окей, это получается, сколько тачек такие? Раз, два, три, четыре. Пять тачек я уже пригнал, а ты? Я тоже Демон пять. Хант нашел? Нихера себе. Ну это не демон, это вот. Трек Хоук. А, Трек Хоук. Но тоже неплохо. В любом случае, ой, извиняюсь. Извиняйся. Извиняюсь. Так, снимать не надо. Снимать меня не надо, братишка. Снимать не надо, а вот я эту тачку заберу, пожалуй. Очередной, офигенный, классный. Нереально. Почему-то длинный Lexus. И это, кстати, Lexus 500. Офигенно. Нереально длинный Lexus? Да-д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 а. Тихо. Ёпста. Понимаю. Короче, все, 3, 6 есть. Отлично, поехали тогда, получается. Дальше за следующие тачки, ребята. Ну, поехали, и мне надо бы еще две найти, а ты, получается, Мерс пригнал? Нихера себе. Конечно, понимаешь, это еще S-чка, так, лом, это банк. S-класс. О, тут банк, тут же полево. А, подожди, я кое-что забыл. Я кое-что забыл, я это видел еще в самом начале, и я это, пожалуй, заберу, братишка, очередная офигенная ламба, в обвесах, кстати говоря, в обвесах люма, что очень странно, ну да ладно, пойдет в любом случае. Это моя предпоследняя уже тачка. У тебя там как дела, братишка, стоят? Рассказывай. Слушай, ну. Я здесь геттер забираю, очень офигенно. Геттер? Я его забрал и везу на базу, очень крутой, да. Что за геттер? Ну, о, ёпс. Хорошенький. Офигенный, кстати, интересно, сколько в нём сил подменил. Я поехал за последней же машинкой сегодня. За последней, и я, получается, тоже! Нифига вот улетел. Понимаю. Но я вроде жив цел, да, здоров. Все, поехали. Так, понял ладно, тебя. Поехали. Как бы, есть ли тут рядом с банком какие-то крутые тачки? Мне интересно узнать. А ну-ка даже, допустим, сюда заедем. Тут у нас. Тут пусто. Тут просто пусто. Да, такое себе. У тебя там есть капуста? Капуста, конечно, она же выросла, все на месте, все хорошо. Выросла? Что за, что угнал по итогу-то? А, Гаярда Ламборгини. Гаярда Ламборгини, нихера себе. Это, конечно, круто, так, а есть ли тут что-нибудь? Это моя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, это моя 8 тачка, бро, все, все тачки я на базе, все угнал. Я нашел очередную тачку. Кстати говоря, что это за тюнинг? Жду же Люма тюнинг! Что? Серьезно? Офигеть. Да, ламба в тюнинге Люма. И получается Бентли тоже в тюнинге Люма. Офигенно, ребята. Но получается, что это вроде как, если не ошибаюсь, моя восьмая тачка. Посчитай, пожалуйста, пока я везу последнюю тачку на базу. И по времени мы вроде как успели. Так, 3, 6, 7, 8. Да, 8, да, 8. 8 тачек мы тоже пригнали, ребята. Это не может не радовать. Мы отправляемся тогда на наше первое испытание. Погнали! Давай, полетели. Ребята, наше следующее испытание — это автопилот. И здесь Ламборгини против, получается, Мерседеса EQC. Мы запускаемся на счет 3. 1, 2, 3, поехали! Давай. О, нормал, ДС подрезал. Пропустила его! Нельзя нормально. Так делать. Ё-моё! Нужно так делать. А что у меня такой агрессивный? Чего? Куда назад сдаешь? Правильно, уезжай обратно. Это прям странно, обидно было. У меня он агрессивный, конечно, но что-то как-то странно. Он ведет себе, ёпт, что он делает-то просто? Ой, ему похеру на дорогу. Он творит просто неописуемое. Я почти влился, стоп. Ты видел? Ты видишь, что творит мой? Да я так, одним глазком, да. Мерседес. Ребята, это, конечно, очень опасно. Я очень надеюсь, что мы объедем тебя, потому что... Ну давай, хоть, вот сейчас, да по бордюрам поехали, поехали, я вижу, ну ты, давай, хочешь, справа, ты 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 давай. Хочешь, давай! Ты херняешь ты уже по нему! Молодец, молодец, да! Я залью тебя дизель, когда-нибудь, когда ты станешь... Блин, прохар, логично, логично, тупо убьешь его. Да. Молодец. Зачем ты врезался-то в него? Хотя бы так. Он сейчас выкинет тебя, или нет? Да а, нет, не, ты его сбил, его что? Сбил, да, прикинь. Да. Понимаю, так, короче, осталось, ребята, 1.5 километра, но это вообще весело. Так, аккуратно. Вау, красиво было, но я думаю, что главное, чтобы мне никто не помешал. Так, а ты где-то рядом на этой прямой как раз-таки. Ну да. Вижу тебя, я уже тебя вижу. Да не тормози ты, куда ты тормозишь? Нам ехать надо, газовать только лишь вперед. Ты сюда уже приехал? Ну, пока неизвестно еще.
Вау, я на чем-то подлетел. А, я на конусе подлетел, и вроде когда я уже финиширую. Слава богу, ребята. А, отлично, это мой балл, мы утопили тачку. Понимаю, вот это у меня, конечно, охеренный автопилот. Так, и вот, получается, да. Приезжаешь ты. Окей, мы едем на следующее испытание. Пока что все очень даже хорошо. Давай. Следующее испытание, ребята, это прыжок в длину. И здесь BMW 4 против электрокара, если я не ошибаюсь, тоже BMW. Главное сейчас поедем. Разогнать максимальную, ребята, скорость и выпрыгнуть. Слушай, ну 650 у меня. Да. 680. Сколько будет на прыжке, говори. У меня пропала дорога. 680 у меня на прыжке. Раз загрузил, ебать иметь. У меня 680 на прыжке, я в итоге лечу, получается, до каблука. Вот так вот я приземляюсь. Неплохой билборд. Ха! Расплодились, остались здесь. Просто офигенно. Так, давайте-ка смотреть, как там у Дони дела обстоят. У меня 600 с копеечками тоже. 600 там 20. 600 с копеечками. Интересно, куда ты долетишь. Спектейт и... 620. Нет. 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 Да. 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 Нормально. Ух, я сейчас чуть не посидел, повезло, и тебе повезло, отвечаю. Повезло, да. Повезло тебе. Отлично, ребята. Ну что же, очередной мой балл. Мы отправляемся на следующее наше испытание. Давай. Это смертельные шашки. И здесь BMW 8 против, получается, Lamborghini. Давай попробуем, да. Посмотрим, кто будет быстрее. На счет 3. Подожди. Стой. Нас снимает. Улыбнись. Вот так вот факт покажи. Улыбнулся. Окей, отлично. 1, 2, 3. Погнали. Ю-ху! Давай, он на тебя поставил. Ты видел? Ха! Понятно. Он на тебя поставил, реально. Так, вопрос, конечно, остается открытым. Угу. Ну да. Так вот будешь это мне летать, не нравится. Меня это устроит. Мне вот это не нравится. Ладно, мне главное сейчас тебя догнать и просто аккуратно ехать. Я на все бабки просто топил. Ёпта! Тихо. Ёп, ты чё такой резкий в поворотах, сука? Резкий, дерзкий. Прям в моменте переехал на другую полосу, и я в него врезался при этом. Ладно, это еще пока полбеды. Полбеды. Главное... При моменте. Я погнать тебя не могу! А чё так ботов много-то? Ты заметил? Вообще, сколько да, уже жопа. Недель мы снимаем на новом сервере, и ботов реально прям много стало. Так, ладно. Я думаю, что где-то здесь надо решать с тобой вопросы. Да бляха-муха. Прости, я не хотел. Понятно. Я тебя понял. Я тебя трогал? Да, ты меня минусанул. Я при чем? Я вообще около тебя проехал. Я отвечаю. Серьезно? Ну ты как минимум там был уже на крыше, я просто пришел мимо. Ну не на крыше, я практически встал, а ты меня сдвинул. Это пинка, ничего страшного. Не знаю. Ничего страшного, главное сейчас просто приехать первым, и все будет... Хорошо, но не с таким количеством, блин. Ну, ботов, просто посмотри на это. Ботов реально очень. Да, конечно, их очень много, да, прям жесть как много. Прям вообще жестко. Даже как объехать тебя, потому что места и так нету. Тут бы бота объехать. Нет, я не убрался, я еду. Да? Да ты серьезно? Ты просто аккуратно проехал, когда я его убрался. Да. Блин. Прикинь, вообще нормально. Ладно, прикол. Первый твой балл, это не может не радовать, наверное, тебя, а меня, конечно, расстраивает. Дерби Трекхавк против Бентли. Ну, давай попробуем. Давай. Сравним эти два автомобиля, два прикольненьких внедорожника. Ого! Дядя. Я понял тебя. Ладно, окей. 1-0. Готов, даже да? Поехали. Знаю, второй как... раунд. Ну давай. Второй раунд, ребята. Второй раунд. Угу. Угу. Да ты ладно. Прикинь? Не, вообще просто. Ноль. Лоб, вообще ноль. Вообще Бентли ничего не... Да. Да, жесть. Понял, принял. Попаду. Окей, очередной твой балл, а мы едем далее. Давай. Предпоследним нашим испытанием будет это съезд с горы Чилет Ламборгини в тюнинге Люма против Мерседеса S63. 1, да. 2, 3. Полетели! Желаю тебе лишь только удачи. Так, давай. Ой-ой-ой. Аккуратно. По-моему, если я врезаюсь, меня прям жестко пингуют. Тихо. Так, отлично. Более-менее. Вот так вот надо работать. Я говорю, вот так надо работать. Осторожно. Отлично. Так, все, разгоняемся, говорю тебе. Хреново поехало. Да хреново, куда ты соскальзываешь? Я тебя понял. Еду, я пока пытаюсь еще ехать. Ты пока едешь, да? А может мы на колеса встанем? Пытаюсь. А может мы на колеса? Спасибо. Начилишь? Хотя бы так. Начили. Нет, на расслабоне, более-менее да? Нормально.
более-менее нормально. Тихо, на колеса. Главное сейчас на колеса. Тихо. Задница, едем, газуем. Так, ты здесь? Ага, давай. Газуй задница, бро, я понял. Зачем ты по этой траектории поехал? Я бы за тобой поехал. У меня тачка сломалась. Серьезно? Все разгоняется. Починилась, да? Починилась. Да, починилась, слава богу. Так, с горы на гору. С горы на гору, говорю тебе. Теперь все знают, что Димка газует задницей. Серьезно? Не. Не было такого. Сам сказал. Задница, тачка газует. Тихо. Смотри. Просто филигранно мы в дырку летим. Почти. Нет. Заехал. Повезло, короче, я просто, редко, чтобы ты понимал, я задницей заехал, и просто я думал, сейчас соскочу нафиг с этого пути и траектории. Окей, балл предпоследнего испытания мой, а мы идем дальше. Это просто какая-то, ребята, жесть. Я попробую на самой длинной тачке прыгнуть вниз. Ну а давай, попробуй. Взял? Ну я взял R8. R8, да, получается? Ё-моё, вообще не туда, куда надо, офигеть. Ой, больно. Так, а я, кстати, летит вроде? Вроде как-то летит, но вот вопрос, далеко ли? Вроде ли точно? Ну, не точно. Тут ничего точного не может быть в вот такой-то тачке. А ты где встал? Я встал, в смысле, еду. Ёпста. Я впервые вообще в жизни здесь спускаюсь по этой траектории. И, кстати, в принципе, неплохо. В принципе, таки неплохо вообще. Так, нормально. Тихо. Так, а камни пролетел, отлично. А у тебя там как дела? Так, да нормально, пока еду, пока А, вижу тебя. А, ты уже и вторые камни пролетел. Да. Повезло. Ладно, а можно вот. Я ну, как-нибудь... Так, по накачке, пожалуйста. По малёху. Перевернись. Чуть-чуть. Перевернись. Давай. А, все, я встал, я повис. А, хотя нет, стоп. Чё ты там? А, я, конечно, чуть газнул, но это никак не повлияло, потому что я просто вывешенный был. Опять Димка газует. На тачке. Я проехал вторые камни, братан. Вторые камни проехал. Хорош. Я проехал все заторы. Ну давай, затор. Ну мне кажется, тебя подвину, жестко подвину. Слишком длинная тачка. Так, а ты где стал вообще? Ты на... Зачем так делать? Зачем так делать? Смотри, как я сделаю. А не хренана. Хренана? Понял. Отлично, ребята, повезло. Окей, это мой балл, и я максимально удивлен тому, что длинная тачка так хорошо выступила в этом испытании. Все, ребята, всем хорошего настроения, всем желаю хорошего дня. Если досмотрели до конца, пиши хэштег «досмотрел». Всем удачки, всем пока-пока, друзья. Пока.